ответ гостей. Так, будет бросок? Нет, передача на Анселя Галимова, который, напомню, прошлый сезон, кстати говоря, еще был игроком «Спартака». Ну так, «Спартак» в сезон вошли, а здесь прием не получился у Аркалова. А здесь выход один на один. Ну-ка, смотрим. И не забивает как раз Анцель Галимов. Вот как раз этот пас. Ну-ка, давайте посмотрим. Ну, я скажу, там такой вход. На тоненького. Хотя нет, вроде бы нормально. Ну, тут, наверное, надо с какой камеры посмотреть. Ну, с этой уже вообще непонятно. Мне еще кажется, что Анцель Галимов бросок не очень получился. Ну и так, Дудчик здорово сыграл, в принципе, все перекрыл.